Занятия по йоге на свежем воздухе организует молодежный центр «Подсолнух». Йога в понимании организаторов секции – расслабляющая гимнастика. Ее суть в самодисциплине и твердом стремлении отвлечься от бесконечных размышлений о прошлом и непрерывного беспокойства о будущем. На тренировки по йоге может прийти любой желающий. Сначала приходило человека по 3, по 5. Потом мы расклеили афиши. И уже группа собиралась 8-10, был даже денек или два, когда приходили 13-15 человек. Мы даже смеялись, что уже скоро не будет хватать этой аллейки. Виктория сама занимается йогой с 2008 года. За это время она научилась многим упражнениям, которые развивают гибкость и растяжку. Занятия йогой также помогают девушке бороться со стрессами и конфликтными ситуациями. Конечно, мне нравится растяжка. Это успокаивает, это умиротворяет, потому что я сама человек очень экспрессивный, эмоциональный. И я стараюсь вот найти некий такой баланс, чтобы не всегда быть таким вот огнем именно вспыльчивым, а как-то вот и туда, и сюда, и вот по всем стихиям понемножку так прогуливаться и как-то вот баланс вот этот вот искать. В полной мере это относится и к другим солнечногорцам, которые занимаются йогой. Йога, она успокаивает больше всего и способствует как-то так самоуглублению, наверное. Ну, плюс, конечно, еще мышцы развивает. Но это самое, в общем-то, такое занятие для ленивых. Если кому мне, например, лень делать зарядку, там, а в коллективе как-то получается очень легко это все делать. И плюс внутреннее какое-то состояние души улучшается. Мы занимаемся нашим свежим воздухе, в теплую погоду. Это помогает отдохнуть после тяжелого рабочего дня. А ребенок сам проявил инициативу, возможно, потому что это интересно. Йога – это такой образ действия, при котором ваше внимание целиком и полностью сконцентрировано на том, чем вы занимаетесь в данный момент. Помимо этого, регулярная практика йоги помогут вам твердо и уверенно действовать в жизни. Занятия на свежем воздухе – очень хорошая идея. Виктория благодарит кайтсерф-клуб за помощь и предоставленную территорию. Дорогие друзья, наступила осень, а это означает, что совсем скоро уйдут теплые денечки, настанут холодные. И именно поэтому травки серф-кайт-клуба мы плавно перемещаемся в молодежный центр «Подсолнух». Улица Вертлинская, дом 1, понедельник, среда, 19:00. До встречи. Екатерина Фойкич, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение.